Серьезно? Ну да. Трибуны центрального стадиона Одинцова поддерживают игроков любимого «Кайрата». Основанный в 2021 году, он является московским фарм-клубом одноименной казахстанской команды. У нас играют молодые футболисты, 19-20 лет. Половина команды у нас из академии алматинского клуба. Остальные ребята с клубов России. Вот, наша основная цель – это развитие футболистов молодых, чтобы предоставить им шанс вот в этом возрасте, когда необходима конкурентная среда, чтобы развить дальше все игровые качества. На своем поле игроки команды «Кайрат» Москва принимали соперников из Твери. Матч сложился для хозяев не очень удачно, причем с самого начала. Удаление «Кайратовца» в первом тайме сказалось на всем ходе игры. Но болельщики не теряли надежды до последнего. Ну, счет бы хотелось бы, чтобы был лучше. Так ребята молодцы, они стараются. У них прошлая игра выезд был тяжелый. И сегодня все равно они всегда поддерживаем, всегда молодцы. Ждем, что отыграется. В целом ребята показали неплохую игру. Молодая команда настроена на результат и готова тренироваться еще более усердно. В Одинцово для этого созданы все условия. Мы играем на прекрасном стадионе. Это очень хороший стадион для ФНЛ-2. Спасибо большое руководству города за предоставленную возможность сотрудникам стадиона, что на первых этапах становления клуба молодого была оказана поддержка во всех моментах, помощь посильная. Ну и мы настроены на то, чтобы прогрессировать, выходить уже в следующее этап соревнований ФНЛ и дальше развивать. То есть для нас очень большую роль играет составляющая того, что город будет участвовать, будут приходить болельщики, и клуб будет развиваться именно в этом городе. Следующая игра на Кубок России пройдет с командой премьер-лиги. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».